Здравствуйте! Как только закончились соревнования на биатлонных трассах, вновь внимание поклонников биатлона приковано к российской сборной, к тренерам и руководству Союза биатлонистов России. И письмо появилось в СМИ против Владимира Драчева, и многие специалисты стали делиться своими наблюдениями. Так, бывший тренер сборных СССР и России по биатлону Александр Привалов выразил мнение, что глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев должен подать в отставку. Конечно, нужно менять и руководство СБР, и тренерский состав. Они не могут уже переключиться на другой стиль работы, даже психологически, заявил Привалов. По мнению Привалова, тренеры, которые сейчас работают со сборной России, не понимают, что делают, так как их просто этому никто не обучал. Союз биатлонистов России должен полностью менять структуру, отметил специалист. Также Привалов выдвинул еще одну проблему – форсирование подготовки юношей. По его мнению, нельзя проводить интенсивные тренировки до полового созревания, в то время как в России дети соревнуются уже в 10 лет. Напомним, накануне Привалов подписал письмо ветеранов и тренеров с призывом об отставке Драчева. Да, уже многое появилось различных мнений по данному поводу. Кто-то за то, чтобы Драчев покинул пост главы Союза биатлонистов России, кто-то решительно против. В любом случае, это только лишь разговоры, а решаться все это будет там, на самом верху. Так что поживем, увидим, чем дело закончится. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!